Приветствую вас на любопытном канале. Возможно, вы встречали вот такое явление – ботинки на проводах. В крупных городах я натыкался очень часто. Здесь это школота отдыхает обычно, поэтому здесь их много. А так вот, одна-две пары – это стабильно. Между прочим, коммунальные службы говорят, что никоим образом это не вредит. Они их срезают. Вроде бы ножницы длинные есть, за ними даже не лазит никто, срезают снизу, потому что явление довольно распространенное. А, кстати говоря, в Россию оно пришло из Америки. Ну и в Америке оно появилось не вот в той Америке, которую мы знаем. Оно пошло от древних индейцев, которые жили на территории Америки до ее освоения европейцами. И там, ну, разумеется, у индейцев проводов не было, там были деревья. И на деревья вешали сандалии. Давайте немножко окунемся в историю, чтобы понять, откуда вот это проистекает. Я не знаю, та школота, которая вешает, она сама-то знает, что это такое или нет. Давайте посмотрим. Изначально шуфити выглядело именно так. Древние индейцы на территории Америки кидали свои ботинки. Смысл был в том, что когда их дух спустится уже сюда, на землю, то в этих ботинках они будут ходить. Разница только в том, что ботинки были новые. А сейчас мир стал жаден, меркантилен, и ботинки вешают старые. Ну а так как мир стал городской, то вешают их на провода.